В этой связи вопрос. Вот даже без связи с КГБ и ФСБ, должны ли эти люди быть судимы на открытом, честном процессе? Те люди, которых вы перечислили, ну, а я, как израильтянин, говорю, в частности, о Кедме. Я считаю, что наряду с руководителями фашистского государства под названием Российская Федерация, такими как Путин, Шойгу, Герасимов, Матвиенко, Володин, Нарышкин и прочие негодяи, все лидеры российского информационного спецназа должны быть подвергнуты не просто суду, а трибуналу. На их руках кровь ни в чем не повинных украинцев. На их руках эта война, на их совести эта война. И, конечно, они должны получить надлежащую не только политическую, но и судебную оценку. И они, и их черные дела –